От видеокамер он не прячется. Обвиняемый в убийстве 23-летний Николай Прокопчук по-прежнему стоит на своем. Да, убийца он, но несчастный случай – результат самообороны. Я свою вину признаю, то, что я стрелял, но 105-ю я не признаю, потому что я действовал в защиту своего друга. Эти кадры были сняты камерой видеонаблюдения, установленной на парковке возле ресторана. На записи видно, как на улице идет массовая драка. В какой-то момент Прокопчук достает из машины автомат «Сайга» и делает два выстрела в 20-летнего самарца Искандара Бердиева. Прокопчук неоднократно доставал ружье, убирал его в багажник и при всем при этом делал еще предупредительный выстрел. Он подошел, неоднократно ему высказал, чтобы он прекратил избивать. После этого в руках уже у потерпевшего оказывается нож. В связи с этим Прокопчук, скажем, выстрелил в целях защиты. А вот у брата погибшего своя версия. Все от начала до конца происходило на его глазах. Во-первых, говорит Ислом Бердиев, драку начала компания подсудимого. Просто я посмотрел в их сторону. Им, видимо, не понравился мой взгляд. Один за компанию подошел, ударил меня. Ну, тут и, соответственно, друзья мои кинулись. Он стрелять сразу начал или что-то кричал, что-то говорил? Нет, я смутно все это помню. Нет, он ничего не говорил, без предупреждения. Просто открыл багажник, достал автомат и выстрелил. Сразу после убийства, по данным следствия, Прокопчук уехал в Ульяновск, откуда он родом. А уже через несколько дней, вернувшись в Самару, явился с повинной. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд ознакомился с материалами дела. Следующее заседание назначено на 1 марта. На нем предстоит допросить свидетелей, всего 13 человек. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.